Ну, поехали, ребята. Встреча с рысью. Рысенька, родимый мой, пожалуйста, сильно не бей. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть во второй Shadow Fight. Я вам должен сказать, что вы много чего не видели. А не видели вы того, как я задрачивал выживание, когда у меня появлялась какая-то свободная минутка, и зарабатывал денежки, чтобы потом покупать себе костюмчики, оружие и прочее говно. Я сейчас на 6 уровне. В конце прошлой серии я закончил с оружием и костюмами 5 уровня. Сейчас, на данном этапе, на мне уже надет шлем 6 уровня. Один раз я его даже улучшил. Или броню я улучшил. Короче, броня 6 уровня и вот эти маленькие ножички. И мы сейчас будем пробовать турнир. Написано легко. Хрена себе. Нормально. Окей. Легко так легко. Окей, сейчас проверим. Сейчас проверим, потому что я реально качался хорошо. Я как-то сел, знаете, вечером, что-то захотелось немножечко подраться. И я на выживании на этом заработал, наверное, не знаю, 3000 монет или около того. Короче, тень Бархат. Сражаемся против девки по имени Бархат. Уровень сложности легко, сейчас будем смотреть. Этими ножичками я еще ни разу не играл. Вот ни разу не играл. Так, подождите. Ага, я понял, почему легко, потому что она нам толком не наносит повреждения, да? Слушайте, ну эти ножички классно действуют, мне нравится. Мне нравится, как эти ножички. Тихо, тихо. Вот эти саи, я их терпеть не могу. Я терпеть не могу, когда мои соперники сражаются этим говном, если честно. Так, все, давай ее вот так вот немножко уроним. Сейчас отойдем, да, сразу же. И давай вот. Ничего себе. Ничего себе, однако. Иди-ка отсюда, товарищ. Товарищка, товарищка Бархат. Все, иди гуляй. Так, получается, если ты бьешь вперед, то он снизу вначале делает такую подсечку по хлебалу, да? Ну-ка, сейчас еще раз проверим. Давай, бей вперед. Да-да-да, снизу, потом сверху. Слушайте, охеренное оружие, мне очень нравится. Мне очень нравится, по-моему. По-моему, это круто. Смотрите, она практически ничего не может противопоставить. Даже если не учитывать там, что у нее низкий уровень по сравнению со мной и все такое. Это не важно. Так, как бы она мне оружие не выбила. Да ты охренел, что ли, отпусти меня. Отпусти меня, сучка. Так, давай. Хоп-хоп. Во, отлично. И вот так вот тоже. Снизу, сверху, что? Ай-яй-яй. Получили немного. Но это не беда. Так, все, все, ребят, победа. Ну, естественно, легко, потому что уровень сложности легко. Я смотрю, что этот турнир, я так нормально так накачался, да, вне записи. И этот турнир мне не дастся очень тяжело, наверное. Наверное, очень тяжело мне не дастся. Может быть, даже сейчас до конца дойдем. Сейчас будет, наверное, сложно, следующий этап, да? Или как будет? Даже не знаю, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим, что нам скажут. Так, нормально, 1000 монет. Ну, нормально это нормально, как бы, тоже, я думаю. А особых проблем тоже быть не должно. Сейчас сразу же... Разбойник, да, тебя зовут? Его зовут Разбойник. Замечательно, теперь мы знаем. Сейчас мы его, это, разбойничью рожу отразбойним, его конкретно. А, да? И если у меня получится сейчас в турнире всех победить, надо будет, конечно, попробовать. Попробовать, я подчеркиваю. Не убить, а именно попробовать сразиться с рысью. Но, я не знаю, мы сейчас еще посмотрим, как с этими будет со всеми козлами. Вы видите, пока что я бы не сказал, что мы сильно уж прям... Блин, вот знаете, вот... Да вниз ты вот... Ну так, он во... Нихера! А чё тут нормального-то, я не понимаю? Чё тут нормально? Это хард! Это хард настоящий! Он меня мудосит! Мудосит! Мудохает! Мудохает меня, пидорасня! Я еще не научился пока драться этими ножичками, конечно. Я по привычке все, знаете... Я сражался двумя такими здоровыми ножами мачете. И я по привычке ими сражался. Я ими бил назад, и получается, и удар... И оно доставало так хорошо, а вот эти ножички не достают. Надо переучиваться немного драться. Ну, сейчас будем стараться. Сейчас будем стараться переучиваться драться. Да блин, иди ты нахрен, почему это постоянно происходит? Каждый раз, когда я этих пидорасов вот так вот... Так, ну-ка. Ага, хорошо. Вот ни разу еще. Вот этими ножичками вот это движение сделать нормально невозможно, сука. Невозможно и все. Вот, давай, разбойник. Давай, разбойник, хватит. Наразбойничался ты, я считаю, уже. На своем веку, собака. И опять я не достал. О, первый раз получилось, по-моему. Ага, так, это за мной удар, правильно? Правильно, это за мной удар, еще один удар за мной. Так, ну-ка давай его, и роняем. Все, как я и хотел. Отлично, ну что, в принципе, пока 1-1. Ладно, я понял. Значит, попробую лучше, наверное, знаете, вот так, вот с этого начинать. Хоп, не получилось. Да, блин, какой-то каличный. Серьезно, он не бьет вниз. Я хочу, чтобы он ножичком именно вниз ударил, а он бьет как угодно, но не вниз, придурок. Не знаю, не могу я этой сранью толком драться нормально. Не получай, иди нахер, а, козел. Вот тебе по роже. Хоп, хоп. Стоп,
Как это вышло сейчас? Тапаш, ты не так... Ты что ты делаешь? А-а-а! Придурок, бля. Давай, вот, с ноги еще по роже. И еще вот так. И вот, и вот, и... Да, да, наконец-то мы начали работать. Ай да молодец. Все, критический удар, победа. Еще 1000 монет мы, в принципе, заработали. У нас получилось. Давайте, окей. Так, 1000, да? Смотрите, надо сразу же, я считаю, зайти, наверное... А мне даже не предложили в магазин там или... да. А, ну да, правильно, 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 конечно. Это же не выживание, господи. Это выживание тебе по новой предлагают. Давай заново, я вспомнил. Смотрите, какая штука. Надо зайти в магазин и начать что-то прокачивать. Видите, безумно вот идет. Уж охренеть, как быстро. Как быстро все поменялось. С нормального на безумно. Я думал, хотя бы сложно будет. Ну ладно, давайте зайдем тогда. У меня сейчас 2000 монет или около того. Я, в принципе, могу напрокачивать себе, да? Я могу кинжалы улучшить. Я могу броню, наверное, улучшить, да? Броня сколько стоит? 930. Шлем тоже 930. Ну, наверное, броня лучше, да? Улучшить, правильно? Теперь кинжальчик. Улучшить. Остается 930, сука! Ну, опять две монеты решают. Опять две монеты решают. Ну, короче, как раз можно зайти в выживание. Я пока зайду сам тут. Я вам это показывать не буду. Заодно потренируюсь этими ножичками бороться. Ну чё, я вот думаю, мы сейчас уже, наверное, умрем. 9-й этап. Раунд 9 выживания. Давайте я вам тут уже покажу, как я умираю. Скорее всего, меня здесь убьют. Обычно это так происходит. Иногда до 10-го, конечно, доходил. О, ты смотри. Ну, нормально. Чё? В принципе, еще живем. А, уже все, походу. Вот уже, походу, и все. Так. Да пошел ты, а, слышишь, ты гондон. Все, успокаивайся, говорит. Вау, вау. Ай, блин, жалко. Могли бы, в принципе, и до 10 уровня дотянуть. Мне это иногда удавалось вне записи. Так, ну что, давайте. Магазин, 500 монет заработал. Этого мне точно хватит на шлем и на все остальное. Давайте шлем сейчас быстренько прокачаем. Все остальное уже прокачалось за это время, я думаю. Новые ужасные боссы угрожают миру. Не, подожди, давай-ка мы не будем пока. Так, 1400, да, что я там, шлем хотел? Шлем я хотел. Где он? 930. Улучшить. 2 минуты на все про все. Ладно, поехали. У меня уже улучшена броня и уже улучшены кинжалы. Возможно, я могу, в принципе, в турнире там попробовать попытаться что-то сделать. Что-то попробовать сделать, попытаться. Давайте. Так, должно быть сложно, по идее. Сложно. Как я и думал. Как я и думал, сложно. Ну, блин, если у меня на нормальном были проблемы... Я чуть-чуть, конечно, приноровился к этому оружию, но не то чтобы сильно. Изверг. Здорово, изверг. Ох, сейчас чувствую, изверг мне устроит. Вот реально, сука, изверг будет, понимаете? Так, ну поехали, чё? Чё, поехали, что тут сделаешь? Так, стоп. Давай внимательно смотреть, что он будет делать. Ха. Ай, блин, я вот это хотел. Да, я вот это хотел сделать как раз. Как раз я это хотел сделать, сука. Ой, отлично. Отлично получается, кстати. Блин. Так, хорошо. Ну-ка. Ха. А, не получается. Во. Вот мне нравится вот это снизу, вот эта классная подсечка, она выходит так. Еще и по голове ногой. Вот это красиво. Почаще бы так получалось. Не! Да ну, блин, да ладно тебе, ну что ты в самом деле? Не можешь ему врезать уже. Ты чё в самом деле? Давай тень. Тенюшка, родимый мой. Родимый мой, любимый мой родной, тенюшка. Ой, тенёшечка. Ну, давай. И вот еще. Во, опа, опа. Ой, по голове! Ой, хорошо по голове попал. Блин, а, собака! Чертова! Мразь! Да не могу! И все, сука, не могу! Понимаете? Ни одного удара больше не нанес. Ну блин. Ладно, еще пробуем. Еще пробуем. Не сдаемся, это только первый раунд. Это только первый раунд, не сдаемся. Ну что, у него сильно длинные вот эти... Почему такое короткое оружие, блин? На 5-м уровне оружие реально лучше было. Оно, конечно, было менее мощным, но оно было лучше. Может, мне его взять? Я тогда точно просру, наверное. Ага, так. Хоп. Ну-ка. Не получается по башке попасть по этой тупой. Так, хорошо, еще немного. Врезали, стоп. Ой, я прям напоролся жестко на эту херню. Ага. Во! Так. Да врежь ты, ты заебал! Можешь его убить уже наконец-то. Чуть-чуть уже осталось. Наконец-то, блин. Все, я уже думал, что опять сейчас начнем всасывать в самый последний момент. Так, 3-й раунд. Давай. Нам нужна победа. Ничто иное нас не устроит. Вперед, поехали. О, по ноге. Красиво. По ножке красиво врезали. Так.
чё это он так? Как он заблокировал спиной, я понять не могу. Он вроде спиной ко мне стоял, придурок, блин. О, красиво, красиво. Да побольше, побольше отними только. Таким образом. Ага, с ноги. Еще с ноги. Еще с ноги, еще. Еще с ноги. Ой, хорошо. Слушайте, я его что-то мудохаю прям очень активно. Он что-то совсем расслабился. Бывает. Бывает и такое. Так, ну что, на слуху. Я не знаю, что это значит. Я получил какое-то достижение. Новое достижение на слуху. По ушам я ему, что ли, поездил кинжалом. Хер пойми. Так, но, тем не менее, мы зарабатываем нехеровенькую сумму. 1200 с чем-то там. Так, следующий этап, наверное, невозможно, да, окажется турнир. Наверное, окажется, что хрена с два я пройду. Невозможно будет и все, да? Но мы сейчас посмотрим. Мы сейчас посмотрим, выполнено тур... В смысле? Чего? Это вы мне хотите сказать... Ладно, давайте, давайте дуэль. Дайте для начала дуэль. Давайте для начала дуэль, ребят. Просто, простая дуэль. Не будем заморачиваться. Все равно эти 600 монет тоже надо заработать. Они только раз в 3 часа даются, поэтому... Дай, ниндзя. Давай, ниндзя, иди ко мне, родимый мой. Сейчас будем с тобой дуэлить. Я не хочу. Я не хочу крыси, ребят. Я не хочу крыси. Крыси я не хочу. К этой крыси, поганой крыси. Так, ну, начало вот бодренькое достаточно. С ноги, с ноги. Так, два раза ударяем. Теперь вот такой вот еще удар. Так. Ага. Так, смотрите. У нас есть еще такой вариант, что он либо снизу же он делает, да? Так, по голове. По-моему, это практически идеальная победа сейчас была. Но это только первый раунд, да? Я что хотел сказать. Он иногда бьет вперед, а иногда снизу вверх. Вот как понять? Ага, понятно. Вот так вот вперед, да, значит? Стоп, хорошо, я все понял. Хоп-хоп, так, отлично. Теперь снизу давай. Ой, что это было, блин, ты что, охерел? Ты берсерк сраный, успокаиваемся. Что-то ты сильно активничать стал. На, еще по башке тебе. Еще тебе, собака такая. Да подожди ты. Сядь, расслабься. Во, полежи, молодец. Ляг, полежи, да. Ну, я говорю, полежи, ляг, а ты что делаешь? Ты что вытворяешь? Тебя русским языком просят. Все, 600 монет получили. В магазинчик сходим, да? Я оттягиваю как могу эту встречу. Я не хочу с ним драться вообще. Вообще не хочу. Совсем. Надо что-то прокачать. Да, у меня есть деньги. Надо что-то прокачать. Давайте этим пока займемся. Да? Давайте займемся этим пока. Что у нас там есть? Какой вариант? А вариантов у нас, ребята... Вот кинжальчики, кинжальчики хорошие, да? 2370, 1600, 1400. Охренеть, первый раз в жизни мне не то, что не хватило 24 монеты, а оказалось на 24 больше. Я сидел, реально молился и думал, что у меня не хватит денег. Ну, короче, тут 2 минуты надо подождать. Куртка уже улучшена, через несколько секунд кинжалы. Все улучшено. Ой, ну поехали, чё? Поехали. Ты думаешь, что победа над моими людьми что-то значит? Они всего лишь пешки, которых можно легко заменить и забыть. Но ордену нужен человек с твоим мастерством, твоей энергией. Выбирай. Присоединяйся к нам, или я сотру тебя с лица земли. Я думаю, что он сдержит свое обещание, да? Ну поехали, ребята. Встреча с рысью. Рысенька, родимый мой. Пожалуйста, сильно не бей, а? Я так настрадался, прежде чем до тебя дойти. Ой, ну поехали. Чувствую, что будет мне больно. Так, мы сегодня его не победим. Я еще раз напоминаю, я сильно в этом сомневаюсь. Это, скорее всего, задание будет на следующую серию. Но попробовать хочется. Хочется просто попробовать. Так, ну-ка. Так, первый удар я не нанес, увы. Зато нанес второй. Критикл. Так, подожди, товарищ Критикл, а ты вообще, у тебя здоровье-то отнимается? А, ну что-то смотреть там по чуть-чуть, да? Так, ну-ка, стоп. Стоп, 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 стоп. Не-не-не-не, что ты своими когтями вот это размахалась? Тварь. А что это за такой... Что за такой странный пендаль он мне сделал? Я не достаю этой парашей. Понимаете, у него когти пипец какие, а я не достаю вот ничего. Жесть, он мне просто... Что это было? Он мне просто полы мной вытирает и все, а? Пидорас. На. Так. Еще на. Еще на. Так, сейчас. Ага. Не, с ноги. О. Отлично. Так. Отдай ты ему уже. Что это? Что это такое? Что это у него там?
Что у меня бомбануло там из жопы, объясните мне. Так, ладно, еще пробуем. Еще пробуем, давайте. Надо бы... А! О, наконец, первый удар тут нанес. И то радует. И то радует. Да, что я не понимаю, что у него там очко взрывается? Может это объяснить? Ого, нормально мы отняли. Здоровец-то. Здоровец-то отняли. Как следует, я считаю. Тихо, тихо, тихо. Не-не-не, все, брутал, брутал. Да что это такое? Он бомбами какими-то швыряется в меня, да, типа? Я так понимаю? Я так это все понимаю. Ну, естественно. Кто бы сомневался. На тебе, подсрачник. Подсрачник тебе на, сука. Что? Почему он такие делает, мой герой? Конченые удары просто вообще. Что это было сейчас? Когда он вот так вот кулачишком своим у него перед носом махал, я вот этого не понял. Кто бы сомневался. А почему... Ни хера, тут больше раундов еще и надо будет победить. Тут вообще все непросто. Слушайте, а я вообще это смогу пройти, нет? Или это надо просто очень жестко прокачиваться? Возможно, надо просто очень жестко прокачиваться, на самом деле. Так, ну стоять. Так, тихо. Да все уже! На по яйцам. По яйцам, но. По яйцам, но, собака. Так, с ноги. Ой, хороший удар. Критический удар в голову. Вау, круто. Ой, круто. Ну-ка, еще. Ах, блин. Подождите, подождите. Я кажется, нашел свою счастливую атаку с этим ублюдком. Ну, что-то ты это, рысь. Что-то... Стоп, стоп, стоп. Еще раз пробуем. Еще раз пробуем. Так, эта первая встреча, возможно, будет последней. Ой, зачем я это сказал? Я накаркал. Теперь уже точно не будет. Ай, блин. Ну вот как по нему попасть, по этой сучке, а? Вы объясните мне. Так, мне вот... Что это за херня вообще? Ты что, офонарела совсем говно? О, гляньте. Это я ему какой-то такой жесткий удар прям нанес, что он... Так, тихо. На по яйцам, сука. Блин, он чем-то он в меня бросил. Представляете? Какая сволочь, а? Бросил меня чем-то собака. Да, нет! Вот... Опять кидается. Опять швыряется гондон. А, блин! Нет! Сука, нет! Опять! Вот это плохо. Что происходит вообще? Ага. Я ни черта не понимаю! Пидорас! Ну, ладно. Ну, смотрите, для первого раза это было вполне себе неплохо, я считаю. Могло бы быть и значительно хуже. Давайте мы на этом серию закончим. Вот так вот он меня, получается, как писали в комментариях, рысь, сказала мне брысь. Очень даже нехерово. Ну, в общем, в следующей серии, наверное, победим. Я надеюсь. Надеюсь, что победим. Пока что, если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.